вот она, вот она, вот она. Ловите. Да пусть бежит. Вчера в соседней Челябинской области, в ее южной столице Магнитогорске, неожиданно резко и триумфально закончилась почти трехдневная эпопея по спасению из жаркой западни рыжей дворняги, забившейся в щель между трубами и бетонной плитой, накрывающей теплотрассу, так что ни туда и ни сюда натурально заклинило. Впервые люди услыхали жалобные звуки животины из колодца, от которого дальше расходятся трубы, закопанные в бетонные желоба. Народ стал звонить кто куда только мог придумать, и поначалу откликнулись вроде как МЧСники. А может и не они вовсе, но вот какие-то спасатели, которые, в общем-то, сделали только хуже. Спасаясь от спасателей, собака в панике как раз и полезла в этот самый короб, в узкую щель между трубами и плитой. Ну и там встряла, а заднего хода ползком у собак нет, по крайней мере, у нетренированной специально дворняги. А трубы горячие. Вот колодец, вот ходы направо, там налево есть и туда. Собака от страха забилась в 10 метрах в узкий проход, туда вообще не пробраться. И вот так два дня. Одни люди обрывали телефоны всевозможных инстанций, типа водоканала, например. Водоканальцы, по-честному, пролезли по своим колодцам, ничего нигде не нашли, но по своим каналам канальцы таки выяснили, на чьем балансе эти трубы на Тимирязево. Ну а другие волонтеры два дня буквально рыли землю часами, порой чуть не по пояс в воде, пытались приподнять плиты, причем делали это практически наугад. Очень трудно было определить, на каком расстоянии от колодца застряло животное. И вот вчера победную точку поставили работяги из треста теплофикации. Выдернули из дома экскаваторщика. Потом пригнали еще одну машину. Докопались до плит, давая их одну за другой поднимать. Зоозащитники и прочие волонтеры при этом стояли наготове. В ветеринарной клинике для животного приготовили место. Врачи готовы были его принять, обследовать, оказать помощь, если что. Но все кончилось почти веселым конфузом. Как только приподнялась именно та самая плита, спасаемая пулей вылетела оттуда и, не пролаяв ни слова благодарности, умчалась по своим запущенным за почти три дня делам. Судя по скорости, здоровье дворняги ничуть не подорвалось. Вот я на... Сука! Не надо!